Нет, ну в этом видео я точно матом не буду ругаться. Хотя... Хе-хе, голова резиновая. Ой, я башку сло... А, мне... Все. Всем привет, ребят, с вами Алекс, вы на канале Makedon Play. Сегодня мы с вами продолжаем проходить... Penumbra... Серия 7. Так, значит, тут мы можем с тобой открыть дверь, но у нас с тобой нету никаких данных. Мы с тобой починились... серверную, так сказать, и теперь мы можем управлять им дистанционно. Список дел, значит, дверь библиотек закрыта на замок со сканером ладони и сетчатки. То есть отсюда что я могу сказать, у нас есть с тобой рука типа, но сетчатки нету. А где нам сетчатку взять, я не знаю. Кстати, что нам сейчас надо делать, мне интересно. Вот это мы с тобой все починили. Дверь мы типа... А может у него... О. Смотри, мне кажется, он успокоился. Может быть, ему просто не хватает ласки. Давай выпустим его. Да пошел ты нахер. Мне, кстати, знаешь, что интересно? У него же глаз типа надо взять или у кого? А может мне код двери там надо посмотреть? И просто вести сюда и дистанционно попробовать открыть? Как ты думаешь? Мне интересно, есть такая запись или нет? А может у него глаз тут валяется где-нибудь, я не знаю. Я то особо не смотрел. Так, назад. Сейчас я предлагаю, знаешь что, сделать опасный номер. Мы сейчас с тобой побежим и посмотрим эту дверь в библиотеку. Сейчас главное эту чела слом не надо наткнуться. Вот номер двери. Но дверь не открывается, но кажется, она соединена со сканером справа. Да это понятное дело. Блин, вот мне бы сетчатку. Я просто хер его знает, откуда у сетчатку мне взять. Вот в чем проблема. А список дел. Дверь закрыта на замок со сканером ладони, сетчатки, заметки. Это уже вторая страница, блин. Просто... У меня есть пила. Там я починил сервер, но я могу открыть любую дверь. То есть дверь, которую мне надо открыть, мне надо знать от нее типа номер. Если я буду знать номер, я смогу отпечатать ее. Столовая. Заперто, либо завалено. Это естественно. Это что такое лазарет? О, дверь не открывается. На ней номер 3061. Вот, 3061-8. Это что у нас, лазарет? Да, нам с тобой лазарет, получается, надо. 3068, я сказал, да? Или 3061? Он записал, ладно, не столь важно. Пошли. Сейчас мы ее откроем. 3061. Или 3068, блин. Собака. Заметки. Нет. Список дел. 3061. Почему 3068, скажи мне, пожалуйста. Давай. 3061. Отпереть. Дверь отперта. Отлично. Все, в лазарет ход есть. Пошли. В лазарет ход есть. Блин, вот повезло, что вот сюда я пошел и сразу нашел. Даже так бы... А, она вот так даже откроет. Ничего себе. Так, ну это прям лазарет. Хорошо, все, давай в лазарет. Так, нам, по сути, с тобой сетчатка нужна. Типа, рука у нас есть, правильно? То есть нам надо найти где-то сетчатку. Че это? Часы. А, подожди. Вот, медицинская повязка. В смысле? Повязка на руку с какой-то электронной штуковиной. На экране надпись «Нечеловеческий образец». Ставьте «Человеческий образец», попробуйте еще раз. В смысле, я че, не человек, что ли? Ну, здрасте. На экране надпись «Субъект физического состояния. Обратите к медицинскому персоналу». То есть это еще одна, да, закатка, что ли? Ну, здрасте, блин. Сейчас будем думать. Я взял заметку в блокноте на всякий случай. Давай, я почитаю. Гренландия. А, наверное, список дел, да? Дверь в криокамеру в лазарете заперта. Ох уж эти закатки. Ладно, сейчас решим с тобой.
Ты понял, чё? Это же то место похоже. Помнишь, как мы с тобой лазили, проходили, там чел лежал такой, типа. Ай, чё я делал? Вот это да. В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда. Или сейчас разрешение получше. Ай, так, простите меня. Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спасители. Я хотела сказать, эти странные артефакты лучше не трогать. Мы пока не знаем, как они работают. Я однажды видела, как кто-то подошел к такой штуке слишком близко. Вам, наверное, лучше об этом не знать. Неважно. У вас, то есть у тебя, обязательно все получится. Наверное. Я надеюсь. Между прочим, если окажешься в моих краях, я ведь тут вроде как в ловушке. Ничего страшного, конечно. Я так, на всякий случай. Ну, конечно. На самом-то деле они совершенно безопасны, на 100%. Уж я-то знаю, они согревают и тело, и душу. Вот мразь, да? Так, а что на пациенте? Может быть, открыты. Так, химические тесты. Стандарт химические тесты. Объект. Примат. Шимпанзе. Препараты. Темазепан. Результаты, как ожидалось, объект демонстрирует признаки расслабления и сонливости. Препарат. Диэтиламид. Лизергиновой кислоты. Результат. Как и в предыдущих экспериментах с кошками, шимпанзе показала неспособность сопротивляться с химическим стимулятором. Препарат. Висцесамнус, вот так, наверное. Результат. После инъекции сердечного ритма объекта замедлился до такой степени, что по всем параметрам шимпанзе можно признать мертвым. На самом же деле пульс просто упал до невероятно низкого, но безопасного уровня, и вскоре объект пошел на поправку. Препарат тетрагидроканнабинол. Результат. В умеренных дозах этот препарат считается абсолютно безопасным, способствует расслаблению. Еще не доказано, наносит ли его передозировка вред психологическому состоянию. Этот примат погиб. Прошу считать это официальным запросом на новых подобных с материка. Окей. Вот. Типа шимпанзе сдохло, понял, да? О. Правила пользования криокамерой. Криокамера – это современное устройство, позволяющее совершать криогенную заморозку тяжело раненого персонала с возможностью приведения его в сознание через некоторое время. У тебя в голове настоящая каша. Вот А – литерация, Б – багульник, В – вегетосоматический. Эти длинные ненужные слова занимают столько места. Пора прибраться в твоем бардаке. Так. Вот, к примеру, зачем тебе таблица Менделеева? Так, все, он отстал от меня. Во время заморозки пользователи могут не навсегда испытывать легкие галлюцинации. Требуется подтверждение от первого успешного выведенного из таза пользователя. Правила пользования. Следующее основание является достаточным для применения криогенной заморозки. Любой наблюдатель или представитель касты возвышенно тяжело болен или ранен. Любой представитель низшей касты из организации древних, обладающим ценной информацией, тяжело болен или ранен. Любой пациент, зараженный внеземным вирусом или бактерием и был признан незаразным. Любой раненый работник со следующими неизлечимыми симптомами обязан войти в стаз для дальнейшего медицинского обследования. Кардиомиопатия, глаукома, полиомиелит, диабет или туберкулез. Любой представитель касты возвышенных официально признанный умершим должен быть помещен в стаз в церемониальных целях. Период нахождения в заморозке для умерших должен быть продлен, так как наше текущее исследование направлено на то, чтобы сделать возможным воскрешение. Доступ. Доступ строго воспрещен для всех, кроме медицинского персонала. В настоящее время у древних нет возможности представить к устройству персонала 24 часа в сутки. В результате всему персоналу с группы особой важности и риска были выданы специальные научные повязки, чувствительные к биению пульса. Все время держите эти повязки при себе. Они дают автоматический доступ к устройству, если сердечный ритм носителя предполагает высокую вероятность приближающейся к смерти. Замечание. Персонал из низшей касты может при желании заполнить форму соглашения, которая позволит им в случае опасного ранения быть замороженным хотя бы частично.
То есть мне... Чё это? Типа браслет надо... Мыть поиску у меня на руке. Да, все. И то есть я теперь что, могу войти? Дверь надежно заперта. А, может у меня на руке вот сюда? Нечеловеческий образец. Ставим человеческий образец. Попробуйте еще раз. А что? А что если сделать так? Смотри, мы с тобой взяли вот этот препарат, допустим. Ну хрен узнает. А что такое? Я вколол его себе? А, все? Нечеловеческий образец. Я не хотел его вколоть. Я вколол себе этот шприц. Теперь я сейчас... Ну у меня просто сердце же, да, остановится. Я не хотел два раза быстро нажимать. А может это я правильно сделал? Слушай. А может и правда? О, я ожил. Террасе. Ох, черт. В какой-то момент мне показалось, что это конец. О, открыто. Лазарет открыт. Все, идем. Вот как... Понятно, а то я бегал, искал. Надо было себе шприц воткнуть. И все, рубильник. А, глаз. Хе-хе, голова резиновая. Ой, я башку сло... А, мне... Все, я взял башку. Теперь мы можем пойти. А что это написано? Криогенная заморозка. Тут тоже, да? Красный показывает минус 200 по Цельсию. Холодновато даже для такого места. А, все, у нас с тобой голова есть. Ладонь есть. Мы с тобой можем в библиотеку попасть. Все, пошли, мы сейчас это сделаем. Главное, чтобы Чебуран за нами сейчас не бегал тут. Че такое? Блин, туда побежала. Удивительно. Готов поклясться, мы оба видели, что раньше здесь была дверь. Да. А то есть... там что? А вот он. А я с тобой совсем сдурел. Я же не могу руками показывать. Блин, ну ее не было здесь. Нет же, нет. Не туда. Ты знаешь, куда идешь, а? Все. А сзади разве не было никакой двери? Чего? Я кое-что собрал по пути. В итоге все же приблизился к цели. Я был уверен, что найду все ответы за этой дверью. Мне следовало отправиться на поиски еще тогда, когда я получил письмо от отца в 2000 году. И чего я тяну целый год? Вот растяпа. Дверь тут все время и была, а ты... Может быть, лучше, если старина Кевин сделает за тебя всю работу? Так, все, я сохранился. Ты бы видел свое лицо. Похоже, будет весело. Всякая математика. Мне даже немного жалко тебя убивать. Да что ты говоришь? Какой-то странный механизм держит дверь запертой. Надо найти, как ее открыть. Давай, почитаем. Заметки, наверное, да? Нет. Список дел. В библиотеке и запертая дверь, ведущая дальше в базу. Ой, ведущая дальше на базу. Естествознание. То есть ты мне сейчас предлагаешь теперь опять здесь хорошую головоломочку, да? Ну, держит дверь запертой. А вон там что сверху? А что такое? Несколько сильных... чего? Потрепанных лингвистических книг. О! Записка. А почему... Ничего себе, я могу это прочитать. Что, мартышка, без моей помощи никуда? Хочешь узнать, что тут написано? Да, давай. Хочешь? Просто мечтаешь, так ведь? Собака-то такая, давай, читай. Ты заметил, какой тут сквозняк? Здесь карандаш, но он его не хочет брать. Значит, он, наверное, мне не нужен, да, особо? Вот там сверху что-то есть, вон. Вон, видишь? Как вот это? О,
Я не знаю, что это, какая-то необычная статуэтка, находка для коллекционера. Сквозняк. Тебе не напрячь свои чудесные мозги. То есть ты предлагаешь, как насчет увлекательного чтения? А, я понял тебя. Тут типа секретный проход. Ух, твою мать. Боги, боги, он мертв. Вон издевается. Целуй его, целуй крепче. Может быть, ты еще сумеешь его спасти. Сука, задолбал уже подкал. Так, подожди. Заключение о чувствительности вируса Дурнграйт Гаварда Лафрейс. С тех пор, как я покинул столовую, это наш последний бастион человечества здесь. Моя вера только укрепла, и я был прав, и мои выводы верны. Иногда им приходилось проходить через зараженные области Мнуика, и судя по сделанным наблюдениям, мое изначальное открытие становилось все более очевидным и важным. Зараженные люди общаются друг с другом. Похоже, но чуть более простое общение наблюдается и у других существ всех видов. Порой зараженные общаются, не видя друг друга телепатически. Несмотря на то, что они выглядят впавшими в беспамятство, зараженные особи не утрачивают способность к высшей мозговой деятельности. Способность решать проблемы порой превосходит даже способность здоровых людей. При разделении существа лишаются своего интеллекта, зато обнаруживают некоторые признаки коллективного или центрального разума. Вывод. Проявленный разум находится на таком уровне, что его лишь приблизительно можно назвать коллективным. Это заключение и определило ход моих последних исследований. Хотя зараженные и бродят как безумные, хотя тут уместнее будет слово «зомби». Они не глупее рабочих пчел. Да. Они действуют на автомате, но не бессмысленно. Если коротко, я думаю, что с этим центральным разумом можно связаться, договориться. Однако, общение невозможно при заражении, разве что есть способность как-то подавить инфекцию на время. Достаточно для того, чтобы выйти на связь с Роем. Должно быть какой-то способ заключить мир. Сегодня я общался с разумом Тунграйт. Я был прав, его интеллект превосходит все наши самые смелые предположения. Он рассказал мне обо всем, что мне нужно знать. Вы не представляете себе, я не могу этого принять. Господи, прости нас. Точнее, типа... Вот так штука. Вот так номер. Отец, я откуда-то знал, что все так и будет. Добор. Зачем я сюда приехал? То есть это его отец, да, мертвый, получается? Он нашел своего отца зато. Не живым, правда, но нашел. Не живым, но нашел. Нашел отца. Я никогда не задумывался о смерти отца. Я не мог даже помыслить о том, что не застану его в живых. Я был полон решительности закончить его работу, найти ключ к этой инфекции и связаться с Турнгайтом. Ладно, я предлагаю, наверное, на этом серию закончить, если серию мы с вами продолжим. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте комментарии. Всем покеда!